Донецк – это машина, Донецк – это команда, хорошо подготовленная, имеющая хорошую современную манеру ведения игры, хорошего тренера, хороших исполнителей, достаточно высокого уровня, такие как Хутич или Васильевич – это игроки европейского уровня. Вот, поэтому принципиально, конечно, Донецк сильнее, тут нужно говорить именно так. Но в последнее время в Донецке есть определенные проблемы. Команда не может дома проводить игры. Видимо, у них немножко скомкан тренировочный процесс, я так думаю, я это не знаю точно. Вот, наверное, какие-то есть проблемы вот, по организации в связи с отсутствием зала. Может быть, это наложило отпечаток на то, что команда в последних играх показывает свою не лучшую игру. Но в этой ситуации можно говорить, что мы имеем какой-то свой шанс и будем стараться этим шансом по мере возможности воспользоваться.